Красиво сидим. И смотрим сюда. Это у нас, значит... Несколько часов назад, на данный момент, проводятся поисковые работы. Собаки произвели обследование, не показали наличие людей под завалом. Но, тем не менее, в связи с тем, что необходимо быть доподлинно уверенным в том, что люди под завалами отсутствуют, сейчас у нас начался разбор завала по ручью. В данной ситуации, значит, людей, которым нанесен ущерб здоровью, нет. Эвакуировано сколько людей, детей из них сколько? Значит, в доме, значит, эвакуировано 117 человек, 117 человек из дома, в том числе 17 несовершеннолетних. Значит, для этого подготовлено 4 пункта временного размещения, в 3 пунктах временного размещения предполагается разместить по 50 человек. Это гостиницы, саратовские гостиницы, и в одном пункте временного размещения 30 человек.